менеджерський турнір «Кубок Ольги» вже втретє відбудеться на Миколаївщині. І про це прийшли нам розказати. І не тільки про це, розкажуть нам просто зараз наші гості. І це Василь Цимбал та Ілля Котов, організатори фестивалю «Кубок Ольги 2018». Втім, як і 2017 також, правда? Да. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада вас побачити у нашій студії, таких гарних, таких завзятих, таких бадьорих. І не будемо гаяти час, давайте розповідайте, Кубок Ольги вже втретє. Як вам це вдалося? Ну как, напряженными усилиями, как признано, совместной команды, да, мы с Ильей уже проводим третий фестиваль вместе с нашими друзьями, партнерами в Николаеве, нашими членами клубов. Проводим уже третий, действительно, уже международный фестиваль. Больше бойцов в этом году приезжает, интерес к фестивалю серьезный, как бы. Вот, ну и выходим, конечно, на новый уровень. То есть, ну как, мы готовимся, когда заканчивается один фестиваль, да, начинается сразу фактически работа над новым. Поэтому вот весь последний год, начиная от окончания фестиваля Кубок Ольги 2017, мы готовились к фестивалю Кубок Ольги 2018. Ну, вот, не покладая рук, мечей. Да. Да, ты засыпаешь с мыслью, что ты сделаешь для Кубка Ольги, ты просыпаешься с мыслью. Да. Ну, лицарская тема, мне кажется, не чужа для Миколаева. То там десь проводяться, знали, що проводяться бої, десь виставки, десь якісь ну, книги, обговорення, навіть книги виходили у нас в Миколаєві на цю тему місцевих авторів. І ось тут нарешті ми отримали власний фестиваль, не гірше, ніж на Тустані, на цій славній і в інших місцях. От як виникла ідея такого фестивалю? Совершенно верно. Ну, ви розумієте, діло в тому, що покриття по карті України фестивалі, в общем-то, доволі обширне. І, в общем-то, Миколаївська область була одною з немногих, де не було таких фестивалів. Ну, і коль скоро ми здесь, в Миколаєві, ми хотіли б, щоб цей пробіл був заповнен. Поэтому мы 2016 года начали проводить с Ильей такое мероприятие, оно стало разрастаться. И сегодня это одно, в общем-то, считается из наиболее, так сказать, серьезных мероприятий в Украине. Вот, на которые приезжают именитые бойцы, очень серьезные клубы и члены национальной сборной Украины по историческому средневековому бою. Вот. А в этом году у нас мероприятие уже подключилось к международным рейтингам бойцов всемирным, то есть те люди, которые будут выигрывать в наших боях, в номинациях, да, их имена, этих славных украинских рыцарей, они попадут во всемирный рейтинг бойцов, вот, где отмечаются лучшие победы, лучшие результаты. То есть мероприятие очень интересное в этом отношении. Ну и для зрителей, конечно, далее. У нас, по-моему, в этом году будет еще больше интересных всяких вещей. Сейчас Илья там расскажет, что у нас там тоже планируется. Так, вот я хочу взять в руки афишу и подивитися. Да, да, просто. Да, да, не и так, показати. А просто да, из-под шлема да, достанем ее. Да, дякую, что допомогли, потому что он важучий. Ну, мы померяем с вами лучше. А где программа? У мене зачіска. А де програма взагалі? Що, так, масові лицарські бої, театр козацького бою, автентичний ярмарок, середньовічні забавки, так, забави і дитячі конкурси. Все це вже 2 і 3 червня. Якраз мені подарунок на день народження. Да, і не тільки. Ну, во-первых, ми обов'язково приглашаємо вас на провести на день народження в рыцарской, так сказать, среде, вот, в рыцарской тематике. Но не только это. У нас еще очень много всех разных, так сказать, есть интересных вещей для тех людей, которые к нам приедут. Вот, и для детей, и для взрослых. Илюша. Ну, в частности, для самых маленьких у нас будет работать бесплатные детские мастер-классы. И наш партнер «Мудра Сова», студия детского развития, будет предоставлять как раз возможность окунуться как бы и ручками там пособирать, пораскрашивать, порисовать все эти рыцарские вещи. А для тех, кто постарше, у нас будет работать квест, специально разработанный, тоже абсолютно в рыцарской тематике, «Рыцари круглого стола». Это команда «Квест Комната Underground», с нами совместно была разработана такая предложение. Ну и самое главное, конечно, у нас мы в этом году решили еще больше моментов уделить такой массовой тоже культуре, которая рядом с рыцарями проходит. У нас работает замечательная хэви-метал группа «Крылья» с нами. Так. Все 2 дня фестиваля они с нами играют, работают. Очень скоро в интернете появится наш совместный ролик с ними, премьера его произойдет, потому что рыцари тоже, так сказать, к музыке очень хорошо такой относятся, и не просто относятся, еще умеют ее играть. Вот я хотела сказать, Вася, ну без тебя там не умеют, конечно, это я уже знаю. Конечно,
что там, да, там без нас не обошлось. То есть этот момент будет, то есть больше будет концерт. Как говорится, металл снаружи, металл внутри. Да, такое древнее изречение. Ну и, конечно же, бои. Конечно же, очень много разных номинаций, массовых рыцарских сражений. І от тут давайте, бо ми почали, мабуть, не з того боку. Ми почали з розваг для глядачів, але, мабуть, те, за чим вони, власне, і прийдуть, це подивитися на красивих чоловіків, на красиві благородні бої і на справжні перемоги, на силу духу, силу фізичну, силу волі. Да. Хто приїде, які бої чекають? Ну, от розкажіть все, смотрите, що стосується, да, ну, програми. Всего, у нас приїжджають в цьому році теж дійсно велике кількість іменитих бойців, команд. Тобто це і клуби із Києва, це клуби із Харкова, це клуби із Одеси, це представники Донецької збірної по історичним середньовіковим боям, ті, хто сьогодні знаходиться на території України, активно воюют уже в составе национальной сборной. И о том, что сейчас все бойцы Украины лучшие приехали в чемпионат «Битва наций», где очень достойно выступали, заняли много призовых мест. Все они сейчас приедут к нам сюда. И еще к нам приедут ребята из Молдовы, приедут еще из некоторых стран ближнего зарубежья. Мы их ожидаем. Надеемся, что они... Международный турнир. Да, турнир международный, что они доедут к нам. Ну, как раз мы можем сейчас видеть, вот как это было в том году. То есть вот такие жесткие, массовые, бескомпромиссные бои. Различные номинации. Илюш, расскажи немножко о наших номинациях. Ну, в частности, из того, что зрители не могли увидеть в прошлом году, будет, кроме стандартных номинаций, турнирных, щит-меч и 5x5, будет номинация на древковом оружии, то есть это вот это примерно... Ролик на... Зараз мы покажем, вот такое, вот на таких вот страшных вот алебардах. На таких, да, двуручных алебардах люди будут показывать свое искусство фехтования и... Что вы собі? Сколько самых... вам важить? Ну, от 4 до 6 килограмм. Это вот не сильно такое, тут да. Размахуйтесь. 4 до 6 килограмм, да, весит вот такая штучка, и когда прилетают вот в такой шлем, то могут быть вот такие вот красивые вмятины. Мы сейчас покажем вот такую вмятину крупненькую. Вот она, вмятинка у нас. Вот такие бывают вмятины от ударов вот такими вот вещами. То есть бои ведутся в полную силу. Я всегда говорю, для тех, кто думает, что рыцари бьются не по-настоящему, это не так. Рыцари бьются по-настоящему. Единственное, что оружие затупленное, является макетами спортивного инвентаря. Но бьет оно от этого не менее сильно. И поэтому это действительно очень серьезный спорт. Я поднимала в руки ось цю зброю, це меч рыцарский. Да. І я бачу, по-перше, він важучий. На роботу ходить хорошо. Ну, я б не сказала, до... І маршрутка сразу пуста, до клатча не поміститься. Але він дуже красиво вбраний, як зброя середньовіччя. І з камінням, це тут, мабуть, і свої якісь традиції є, вигравірування. Всі вот эти вещи, которые вы видите, это полностью аналоги исторических вещей, то есть сделанные по различным манускриптам, по книгам, мастерами, которые изготовляют. Это вот все, что и на нас, в том числе с Ильей, это полностью историческая реконструкция, которая соответствует определенному периоду. И в основном все бойцы, а у нас на фестивале мы придерживаемся такого понятия, такой идеи, что должно быть хорошее соответствие историческим аналогам. То есть это не могут быть джинсы, кроссовки и какая-то там мятая кольчуга. Это должны быть правильные исторические комплекты, чтобы зрители могли увидеть действительно эпоху Средневековья. Да. То есть бьемся так, как это было в истории, жестко, да, и носим то, что было в истории, то, что было в Средневековой Европе, то, что действительно носили рыцари. Я колись бачила ось такий фестиваль подібний у Генуезькій фортеці в Криму, і тоді враження, звісно, перенесення у епоху було, ну, неймовірне. Такі жінки в красивих бархатних оксамитових сукнях, чоловіки з середньовічною зброєю. Просто ти з 20-го, з 21-го століття перенісся в якийсь... Совершенно верно, да. Ми цьому уділяємо теж велике дуже внимание, тому що у нас буде рыцарський лагерь десь в этом году. Ребята везуть шатри рыцарские, и зрители смогут посмотреть на эти шатры, как это все выглядит, да. Вот, можно будет пострелять из лука, можно будет из арбалета, можно будет нацепить на себя, так сказать, или настоящий доспех, или мягкое снаряжение специально, повоевать друг с другом. Я вам скажу, вот из фишек фестиваля, ну, уже на практике, что наиболее жестокие бои разворачиваются между или мужьями и женами, или мужчинами и их тещами. Очень интересно наблюдать, вот ребята одевают это, да, снаряжение, и начинается такой турнир, что там на ресталище не снилось просто. То есть все могут попробовать, очень хорошо выпускает адреналин, потом, наверное, способствует, да, нормальному микроклимату в
сім'є, наверное, однозначно. Ну, я хотіла запитати, що вже третє проводиться фестиваль, тож має якісь свої історії, вже і свою історію про якісь курйозні випадки, то далеко не приходиться ходити за ними. Звісно, не приходиться. У нас з Ільєю тут була одна курйозна історія, якщо ще не розкажеш. І не одна. Ну, фестиваль... У нас одна хвилинка, да. Хочеться ще. Быстро. Так. Фестиваль, в принципе, это одна сплошная такая история, и то есть там, начиная от того, как первые завозы оборудования и какого-то там материальных ценностей да. происходят на тебя что-то падает, место фестиваля, ты под этого вылазишь, да. И вот продолжая с тем, как приезжают первые бойцы, это все как бы один сплошной... И непрерывный, да, курьез, из которого ты делаешь потом нормальное, действительно говорить, мероприятие. Но самый курьез, я вам скажу, вот идет массовый бой, значит, и очень известный боец, серьезный у нас из Киева, прибегает, значит, он бьется, хватает огромную вот такую алебарду и первым же ударом ломает ее об голову противника. Что делать? Бой идет, он бежит. Без оружия нельзя. Он бежит к нам, говорит, ребята, дайте любую алебарду. Мы ему даем вторую алебарду. Он бежит с этой алебардой, наносит один удар, и второй удар отбивает точно такой же кусок алебарды. Ничего. Он убивает две алебарды за одну минуту времени. Прибегает к нам и говорим, а нету. Все, на тебе вон мечик и беги, и беги. Вот. Так что вот вам как минимум типичный курьез на фестивале, вполне вот такой вот бывает. Ну и ще одну хвилинку дам, тому що вже новини піджимають. Лицарі – це благородство, так, асоціації по гремі трошки благородство і перемога. Як бути переможцем по життю? Ви знаєте, наверное, прежде всего, дорогу осилить идущий. Мечтай и осуществляй свои мечты. Хочешь быть рыцарем, ты им станешь, если будешь для этого что-то делать. Приходи, тренируйся, занимайся, участвуй в фестивалях, и ты станешь и рыцарем, и бойцом, и гордостью своей страны. Илюша, я правильно говорю? Абсолютно верно. Илья, запросить наших глядачів на лицарский турнир, на фестиваль. Уважаемые николаевцы, уважаемые гости города, и самые маленькие, и постарше, и те, кому уже достаточно много лет, приходите на наш фестиваль Кубок Ольвии, вы не пожалеете. Такой истории вы в Николаеве еще не встречали. Рыцари, ребята, возвращаются в Николаев. Будьте с нами, сражайтесь с нами, участвуйте, болейте за лучших бойцов. Мы ждем вас. Дякую. Глядачам бажаємо феєричного шоу, а вам, звичайно, перемог. Ну і вдалого конкурсу як організаторам.